Эта площадка – место притяжения жителей 12-го микрорайона. Горки и качели здесь не пустуют, особенно в курортный сезон. Один из главных критериев качества детской площадки – ее безопасность. Мягкое покрытие из резины со временем износилось. Сегодня специалисты предприятия «Ремстрой» заменили травмоопасные участки и полностью выровняли плитку. Качество работы тут же оценили местные жители. Эта площадка идеальна. Вот пришла, смотрю, новые плиточки поставили. Чудесно. И прекрасно то, что ее сделали. Вот даже не помню, в каком году, но сделали такую вот, ну, как пластмассовую, то есть удобную, не металлическую. Здесь прохладно, очень хорошо, комфортно. Площадка обустроена, и качели есть, и горки, и покрытие, которое очень мягкое, удобное, чтобы детям не падать. Всего здесь заменили 25 квадратов мягкой плитки. Это очень удобное и практичное покрытие. Его меняют на других площадках по мере необходимости.